За Кубком Первого канала в прямом эфире следили не только российские болельщики. За групповым турниром в России следили иностранцы. Очень уж им интересно, как выступают топовые фигуристы в рамках подобного нового в России соревнования. Ведь турнир получил много откликов. Многие иностранные федерации хотят повторить подобное у себя на родине. Особенно заинтересовал прокат Камилы Валиевой. Несмотря на то, что фигуристка совсем юная, ей 14 лет, ей уже пророчат следующее олимпийское золото. Иностранные зрители делятся своими комментариями в социальных сетях и своих микроблогах, называя прокат российской звездочки в короткой программе Кубка Первого канала совершенно разными словами. От безумия до искусства на льду. Очень сильно впечатлил иностранцев и Аксель в 3,5 оборота с поднятыми руками. Не все видели чистые попытки Камилы исполнять этот элемент. А потому иностранцев буквально это шокировало, в приятном значении этого слова. Поднятые руки на тройном акселе – это очень серьезное усложнение. И как заметила тренер Камилы, прыгать с руками наверх намного сложнее, поскольку не за что зацепиться, если поведет в сторону. Иностранные зрители не скупились в комплиментах юной спортсменке. Они сошлись во мнении, что она легка и грациозна. У Камилы впереди еще целый сезон перед Олимпиадой, но уже сейчас имя этой российской спортсменки на слуху у многих иностранцев. И да, они уже следят за ее судьбой. А потому очень хочется верить, что такое внимание к этой юной девочке не помешает в достижении главных целей, которые она, конечно же, заслуживает.